будем расходиться с огромным контейнеровозом. Подходим к порту Браки через 2 часа. Длина у него 399 метров. У нас 106. То вот сейчас разворачивали, там где много-много кранов, задействовано было 6 буксиров. Такой вот красавец. Но когда он без контейнеров, конечно, он смотрится, не знаю, как лысая голова, короче, у человека. Мечта любого молодого моряка. Почему молодого? Потому что большие суда, большие проблемы. Даже в камеру не влезает.